своим глазам. Я за эту встречу все отдам. Может, нам с тобой не по пути. Знаю, ты должна сейчас уйти. Как вас зовут? Венера. Ну, спойте для нас, с удовольствием послушаем. Песенка знакомая и мотив простой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой. Очень красивая и песня, и исполнительница. Большое спасибо. Мы ждем вас в следующем туре. Голос тише надо сделать. Есть одно небольшое сожаление. Сожаление заключается в том, что все участники, которые к нам сегодня пришли, они все отлично поют. Смотрите, вдохновляйтесь, выбирайте. Всю весну в эфире ОТМ телевизионный вокальный конкурс «Поющий голос».